Накануне вечером в заводском районе Орла в ДТП попал несовершеннолетний байкер. Выезд юноши на дороге города, говорят в ГИБДД, был двойным правонарушением. Во-первых, у подростка нет прав, а во-вторых, питбайк, которым он управлял, по сути является спортивным снарядом и не допущен к езде по дорогам общего пользования. Ситуацию довершила небезопасная манера управления. Несовершеннолетний водитель, управляя мотоциклом, двигался по улице Комсомольская со стороны улицы Первая Посадская в направлении улицы Красина. И в районе дома 53 по улице Комсомольская допустил столкновение с транспортным средством «Лада Ларгус», который двигался во встречном направлении и совершал маневр левого поворота на улицу Вторая Посадская. В результате ДТП телесные повреждения никто не получил, транспортные средства получили механические повреждения.